Сегодня в актовом зале администрации Хасавюртовского района глава Джамбул Шапиев Салау провел расширенную встречу с предпринимателями и владельцами АЗС и АГЗС. На мероприятии принимали участие заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан Нурулла Хизриев, руководитель межрайонной инспекции ФНС номер 17 Алихан Гайдаров, заместитель прокурора Хасавюртовского района Газир Рамазанов, начальник штаба отдела МВД России по Хасавюртовскому району Тельман Ибраков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Дагестан Эльдар Хамаов, президент Ассоциации владельцев АЗС Республики Дагестан, общественный помощник главы Республики Дагестан Магомед Абакаров, государственный инспектор по охране труда Республики Дагестан Арсен Магомедов, начальник отдела территориального федеральной налоговой службы, аппарат руководителя, структурного подразделения администрации района, имущественного отдела земельного контроля, управления экономики ГОЧС, ОЖКХ, главы поселений. Открывая встречу, глава района представил почетных гостей и подчеркнул, что задача столь представительного собрания, чтобы провести открытый диалог властей и предпринимательского сообщества, где есть уникальная возможность обсудить в широком спектре все волнующие вопросы. Здесь же можно будет получить квалифицированные ответы, обсудить вопросы, препятствующие развитию деятельности, оказать квалифицированную помощь в актуальных вопросах, регламентирующих их деятельность для работы в правовом поле, говорит он. Сегодня у нас в повестке дня один вопрос, он очень актуален для нас, и он у нас в основном из приоритетов находится. Это то, что касается всех наших автозаправочных станций нашего Хасавюртовского муниципального района. Мы все знаем прекрасно, о каком на сегодняшнем это состоянии. Мы все знаем, как в республике по этому направлению ведется работа. И поэтому была необходимость такая, чтобы мы сегодня собрались именно вот в этом составе. Я хочу вам, уважаемые коллеги, вначале представить всех наших коллег, во-первых, потом, конечно, гостей. Это Абакаров Магомед Магомедович, руководитель Ассоциации владельцев автозаправочных станций Республики Дагестан, помощник главы Республики Дагестан. Хизриев Нурулла Осипович, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы Республики Дагестан. Рамазанов Газир Рамазанович, заместитель прокурора Хасавюртовского района. Ибраков Тельман, он обращаюсь, начальник штаба отдела Министерства внутренних дел России по Хасавюртовскому району, по полковнику внутренней службы. Дацаев Абдулмалик Махмудович, начальник отдела участковых, уполномоченный полиции, подполковник полиции. Абуков Малик, заявленный старший инспектор по исполнению административного законодательства отдела внутренних дел по Хасавюртовскому району. Гаджиев Баба Акифович, инспектор по исполнению административного законодательства отдела Министерства внутренних дел по Хасавюртовскому району, старший лейтенант полиции. Хамаев Эльдар Гусейнович, заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Дагестан, начальник УНД и ПР. Магомедов Мусахан Гиреевич, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России по Республике Дагестан номер 17. Куйдаев Куйда Асхабович, начальник отдела ФНС России по Республике Дагестан номер 17. Магомедов Арсен Али Курбанович, главный государственный инспектор по охране труда Республики Дагестан. Мамаев Вагодин Гаджимраш, первый заместитель главы муниципального района. Нурулла Гасанович, тоже знаете, заместитель главы муниципального района, который именно занимается этим направлением. Зубража Малдивна Алисултанова, заместитель начальника управления экономикой и имущественных отношений. И Налибиев Тупаров Рахмач, начальник отдела по земельному контролю администрации муниципального района. И все наши 100% все главы муниципальных поселений Хасавюртовского района тоже находятся в этом зале. И также приветствую и всех наших руководителей, представителей, учредителей наших всех автозаправочных станций нашего муниципального района. Ну, хочу дать краткую информацию о наличии автозаправочных станций, о проводимой работе. Все прекрасно знаете, что с 2018 года есть протокол Республики Дагестан, ноябрь месяце. Как мы эту работу определенно уже начали, конечно, это все идет направление, конечно, выявление, чтобы все наши коллеги могли работать, конечно, по-белому, чтобы у них меньше проблем было, больше, чтобы они могли и зарабатывать, и, конечно, меньше, чтобы было нарушений законодательства. У нас создана рабочая группа, в которую входят представители районной администрации, отдела внутренних дел, Федеральной налоговой службы, трудовой инспекции, прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС и далее те службы, которые нам необходимы, чтобы они действительно участвовали в этой нашей комиссии. Задачи, какие стоят перед этой комиссией, это перед нашей межрайонной рабочей группой установлены такие задачи, как проверка всех территориальных АЗС и АГЗС, законность их функционирования, правоустанавливающие документы на использование земельных участков, на объекты недвижимости, наличие трудовых договоров с работниками в соответствии с действующим законодательством, соблюдение пожарной безопасности, охрана труда, налогоотчисления в бюджет и внебюджетные фонды. Ну, могу сказать, что в нашем Хасавюртовском муниципальном районе на сегодняшний день 53 заправок у нас существует,
Из них, вот по нашим рейдам, последние 8 водопроводов, которые не функционируют на сегодняшний день, и 45, которые у нас действительно определенную работу проводят. Почему мы собрались сегодня таким десантом, уважаемые коллеги? Почему? Потому что есть такая необходимость. Почему? Потому что много очень нарушений. Только несколько у нас автозаправочных станций, где действительно там есть графа специальная, каждая служба, которая мониторит, контролирует, где стоят, везде, можно сказать, плюсы. А во многих, большинство, это можно сказать 90%, у нас есть определенные нарушения, в которых у них работают люди, эти работники, чтобы работодатель мог их обеспечить полностью всем соцпакетом, чтобы действительно не было никаких нарушений. А на сегодняшний день есть очень много нарушений. Конечно, еще раз говорю, и вначале говорю, определенно мы эту работу уже довольно-таки рано начали, и на сегодня у нас есть очень хороший результат. Цифры есть. Самое главное, чтобы какую-то проблему разрешить, конечно, мы его должны сперва определить и выявить, эту проблему. Потом найти пути решения, а потом, конечно, уже завершать эту работу. Вот в республике недавно вот провести тоже вот такой же президент там участвовал. И именно шло обсуждение, уже два раза подряд прошло обсуждение именно города Хасавюрт и Хасавюртского района. Вся республика собирается, обсуждает именно город Хасавюрт и Хасавюртский район. Чтобы было более эффективно эта работа. И в конце, когда через каждые две недели, когда не видят особых ощутимых, конечно, результатов, конечно, принимаются решения. Может быть, многие этого даже не знают. Вот мои коллеги, которые в президиуме сидят, они все прекрасно знают. Вот даже вот одно из последних предпоследних наших совещаний было принято решение до 1 марта 5 уголовных дел в городе, вот мои коллеги вот подтвердят, 5 уголовных дел в районе. Конечно, нам пришлось выступить, попросить, что по району силовые методы, карательные методы, что пока не принимают. Почему? Потому что говорю, вот, я лично там выступил, я говорю, нет, говорю, ни одного, может быть, там, руководителя, хозяина, учредителя или там, гражданина, с кем я не могу в районе встретиться, пригласить и побеседовать. И на уровне нашей беседы, что этот человек, конечно, сам, если нужно, приостановит свою деятельность. И даже если вы сегодня на них уголовные дела возбудите, мне придется опять-таки обращаться во все эти службы, чтобы им это разрешили, чтобы какой-то шадящий режим был. И глава республики его рекомендовал бизнес поддерживать, но меньшими какими-то потерями. Поэтому хочу и руководство республики, которое проводило, от руководства республики, которое проводило совещание, они нас поддержали, приятно были, конечно, удивлены, они нас поддержали и попросили этот пункт тоже включить в протокол. Ну, конечно, более того, вместо 5, что приостановили, мы, конечно, 11 объектов мы объехали, где были такие нарушения, 11 мы их приостановили, опечатали, опломбировали и дали им советы тоже, как нужно быстро это все разрешить. Но есть и такие тоже, которые этого всего не понимают, которые после нас где-то кто-то распечатал, кто-то как-то себя антигосударственно повел. Конечно, в этом случае мы уже будем наказывать, это уже будем глубже, не просто будем заниматься лицензированием там, или правовыми актами их объекта или там, земли. Конечно, мы будем уже заходить, конечно, глубже именно на качество уже ГСМ, приобретения. Это только у нас возможно, прийти в какой-то магазин поставить, контейнер поставить, заправку открыть, потом прийти в администрацию шуметь, дайте нам документы или что-то, что-то. Мне принципиально проходило, сколько таких объектов снести. Вот только по федеральной трассе 61 объект мы снесли. Тотрбекала, Андрея Вол, до Хасавюрта, и вот начиная от Новой Гадары, до Хасавюрта, мы снесли 61. Я там беру все, начиная с каких-то контейнеров, из чего-то, из чего-то. По АЗСам мы там несколько АЗСов снесли. Ну и на сегодняшний день я вижу в этих вопросах, есть некоторые АЗСы, которые без никаких документов еще сидят там, занимаются торговлей. Там уже несколько уголовных дел. Также на совещании выступили Магомед Абакаров, президент Ассоциации владельцев АЗС, Нурулла Хизриев, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, Эльдар Хамау, заместитель начальника ГО МЧС России по Республике Дагестан и другие. Также выступили и действующие члены ассоциации Осман Курбанов, владелец сети «Фул-1», и Магомед Саид Абакаров, сеть ВНК. Стоит отметить, что встреча прошла чрезвычайно плодотворно и конструктивно для всех участников. Были рассмотрены и обсуждены практически все аспекты вопроса, волнующих предпринимателей, даны профессиональные компетентные ответы, выработан механизм и правовые рамки дальнейшего сотрудничества. Более подробно об этом совещании мы расскажем завтра в отдельной передаче.